относится к бракосочетанию? Марфа Васильевна, ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Рюмочка крудомодный? Вы мне баки не заколачивайте, а если, значит, она нравится, то возьмите и женитесь на ней, только быстро. Я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойней, правда? Хочу халву, ем, хочу пряник. Я узнал вас. А это не я. Но... А все-таки кто вы такой, а? Аз есмь царь. Ирично. Анатолий, ты просто работаешь на износ. Все мы работаем, не щадя себя. Руссо туристо. Облика морали, Эрштейн. Ты понимаешь, Серега? Я ее без пальто и шляпки сроду никогда не видал. Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться. Наконец-то мой в первый раз от дни. Дорогая, как я ждал этого. А вы что, собираетесь на ней жениться? Да. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Ты идешь к этой горгоне? Не, я к жене. Ух, ведьма! Честно признаться, да. Вова, следующий раз быстро не женись. Да уйма, уйма проблем, конкретно средств. Не хватает, мужчин не хватает. Алло, крокодил Гена у телефона. Чего приперся, старый хрыч? Ну, ходит еще. Сейчас как он возьму, шугану метелкой. Ставь меня, старушка, я в печали. Зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? Грюшкинцу водку делал. Значит, хорошие сапоги надо брать. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Тьфу на вас. Общежитие слушает. Ты бы улыбнулась бы хоть еще бы. Ты знаешь, никакие зубы? Она ж гвоздь перегрызает. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?